Всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье, и мы с Мамаечкой решили поехать немножко походить, в поход сходить какой-нибудь. Так, у нас сегодня вот такой завтрак. Это рыба отварная, 2 яйца и овощи. Я их тоже отварил. Вот так будем есть. Ну и кофе. Вот такой у нас завтрак. Да, мы еще, кстати, оливковое масло добавляем, чтобы было вкуснее, ну и полезнее чуть-чуть. Да, пап? Да, пап? Да, пап? Да, пап? Да, пап? Да, пап? Так, мы готовы. Сейчас поедем. Батя за главного остается опять. Мы вдвоем. А, с Котофеем, да? С Петровичем. Ничего, скоро я тебя тоже брать буду. Не расстраивайся. Приехали с Мамаечкой в красивое место. Вот. Сейчас пойдем немножко прогуляемся. Не знаю, кто связался уже. Непонятный. Так, сейчас вам покажу крутой вид. Не крутой, красивый. Вот сколько здесь кокосов. Я не знаю, видите, не видите. Там дальше очень много их. Внизу река. Мы там Канталина Фолс, мы как-то там ходили, купались, Димон, Найви, батя. Мне в общем Майк это место показали, я ей показал, не помню. Вот. Вот такая красота. Смотрите, сколько кокосов. Вот это вот все плантации кокосовые. Вот, а там река. Видно вам, не видно, не знаю. Так, Маечка там что-то ищет. Так, вот сюда, кстати, ходят, но это, скорее всего, дорога к этому, тропа. Ее не видно, но она есть здесь, тропа к реке. Вот. И вот такой красивый вид. Да, вот река. Красивая там водичка такая. Может, спустимся с Мамаечкой сегодня туда. Она еще не знает, что ее ждет. Да, красиво. О, красиво. You wanna go down? Ah, you wanna make tissue? Если приглядеться, то вот там знаменитое место называется, ну, после вот этого острова, который там находится, называется Сен-Бар. Просто песчаная коса туда возят туристов обычно. Мамаечка устала уже немножко. Копой? Немножко прошли. Еще не включилась, поэтому подустала. We don't hike for long now. Да. Ты сказала, что давно не ходили никуда. Так, нашел какую-то тропу. Это, кстати, ананас растет. Здесь ананас выращивают. В спине. Вот тут обрыв уже. Сейчас посмотрим, что там такое. Якорь. Потом река красивая. Классное место. Может спуститься на самом деле. Это все плантация чья-то. Вот, представьте, да?
Не сажают же люди. Маечка боится подходить. It's plantation, all plantation. Снимает меня. Такая красота. Блин, на эту камеру, наверное, не видно. Сейчас. Вот. Мертвая змея. Ее, наверное, переехали. Красивая, смотрите, какая. Похоже на шнурок. Вот. Ну, ее либо убили, либо переехали. Но так как головы у нее нету, мне кажется, ее просто убили. Вай, даже снова задай к нему. Мамаечка боится змей. Нашли родник. Только пить мы оттуда не будем. Мы не знаем, можно эту воду пить или нет. Спросил Майки, можно ли эту воду пить или нет. Не знаю. Я думаю, не стоит. Хотя она из-под земли идет. А может, из-под корней просто. Таби-таби-по. Вот надо таби-по сказать, что... Что это значит, что извините, там что-то, типа, за беспокойство. Так. Пойдем дальше. А вот здесь люди живут. На обрыве. Вот у них куры. Это вообще что-то не обращает на внимание, заснул, что ли? Так вот. Такой простой домик. Скорее всего, какие-нибудь фермеры, которые кокосами промышляют. Скорее всего, что-то еще выращивают здесь. Вот это, скорее всего, плантация внизу. Вот она. Дуриан. Ой, не дуриан, а этот джекфрут. Вот так вот. Все, пошли назад. Физические нагрузки потихонечку начинаем с Маечкой. Чтобы сильно не уставала. Чтобы желание не отбить, потом у нее еще куда-нибудь сходить. Ребята уехали, и мы втроем теперь. Поэтому вообще мне надо как-то... Ну, Маечка сильно переживает, мне надо немножко взбодрить, чтобы она не сильно не расстраивалась, не плакала. Поэтому я ее постоянно куда-нибудь вывожу погулять. Вчера мы ездили на Фиесту. Сегодня вот сюда я решил вытащить. Вот. Небольшой привал устроили. Сейчас будем есть тунец. Я тунца купил маленького. Вот. Что еще? Чипсы взял. А мы, я когда их покупал, они не такие большие были. Не так сильно раздулись. Сейчас поднялись, они раздулись немножко. Так, ну и эти самые крекеры. Апечка. Капуечка. Капуй. Капуй, мальчик устала. Пока гуляли, дождь начался. О, смотрите. Хорошо, что дальше не пошли. Да, Майк говорит, красиво очень. А вы как скажете, красиво это или нет? Вот так, а днем вроде нормальная погода была.
Солнышко светило, а сейчас все уже дождь. А прошло меньше часа. Вот я. Don't worry, I'll finish. Next year. This year. Подходим к мотоциклу. Смотри, какая здесь земля красная. Это все глина. Частичная. И причем в глине очень хорошо растут эти самые, как их называют, пинья. То есть ананасы. О, у нас тут этот самый стоит. Мотоцикл. Вот здесь плантации целые. Сейчас что-то мало их. Обычно много бывает. Все усеяно просто в этой, в ананасах. Сейчас не так много. Вон и рест? А, ну вот он. You just opened my bag. And... Oh, my gosh. What did you say? Sorry, okay. Да, вот растет ананас. You like pinion, my? Yes. Yes. If it's cold. Cold? Yeah, if not cold, with asin. Yeah. Если они как едят ананас? Если он холодный, либо так, либо если он теплый уже, ну просто с грядки, тогда они добавляют туда соль и едят. Так они не едят его. Причудливость. Вот такой вид здесь красивый, смотрите. Очень дорожинский, да? What's вид. А? Вид. Вид? Yeah. Красиво вид. Красивый. А? Красивый. Красивый. Yeah. Красивый вид. Приехали в какое-то место, не знаю. А мы вот там сидели, кафе Маргарита, вот оно там. А это какое-то другое место. Но вот сейчас кафе Маргарита закрыто, да, и мы сюда решили приехать. Но здесь интранс. Мы сотку только заплатим за то, чтобы там... За... Дринк? Да, тут можно ложки помыть грязной водой. Да, вот здесь надо платить будет за вход 50 песо, но туда уже, видать, входят снаки какие-то, можно поесть будет. Oh, I have to take off my Так maybe somebody will... Так, короче, не знаю, что делать. Сейчас походим туда-сюда, если к нам подойдут. А, ну вот. Хай. А, ну вот здесь маленький пух, чистый-чистый очень. Ой. Мы бедер? Так, маечка уже уселась. Довольно. Careful with your shirt, love. Okay. Sit like that. Okay. Tara, may minum mama. Sige. Так, мы привезли стики райс, тот, который мы с батей ели. И горячий шоколад. What do you want, love? They have copy. Yes, they have copy. Baraka original. Baraka? This is Baraka. Hi. Copy. Uh-huh. Caramel, not caramel. Where's copy? Copy, copy. Little. Здесь интересная такая крыша. Соломенная. Тут круто то, что вот это вот манго. Манго-шейк, он настоящий, потому что мы крайний раз, когда были в кафе Маргарита, там дали не очень вкусный,
такое ощущение, что с порошка сделанный. Еще мы такой же пробовали манго-шейк в Валенсии там. Тоже не очень. Лимонтак good, yes? Yeah. В одном месте там хороший, а в другом не очень. В Шайтан Вью не очень. Манго-шейк, он такой противный. Мы тогда два взяли, не допили. Ну вот, а этот вкусный. Вот Шайтан Вью, да, там. О, гроза. You afraid? Меня тёлочка мять не будет. Повез батя на массаж и то сетёлка. Чтоб меня тёлочки не трогали. Привез батя на массаж. Сейчас будет довольный-довольный, да, Бася? Масло жировать надо. Да. Масло и жир выдавливать с меня. Кто жил до этого, то зря. Когда я раньше знал про такую вещь, я бы... Но у нас тогда не было средств на это. Ну, знаешь, да, я вот так считаю, когда она мне стала морщинки на лбу разглаживать, да, на моське, я думаю, кому-то тоже надо разгладить морщинки по утрам. Так лучше вот так вот, чтобы разглаживали, чем вот так. Поэтому все понятно. Вообще, я кайфовый. Покупаем с маечкой вот эту рыбу. Как называется? Сарган? Да, я красотурю. Это на утро нам. Ну и вечером поищу. Так, маечка. Серьезная. Приехали покупать бате мотоцикл, решили взять не сразу платить за него, а на 6 месяцев. Сейчас заплатим 20 тысяч, и в месяц нам придется платить 6 тысяч. В принципе, это, ну, да, мы, наверное, даже не почувствуем. И гораздо лучше, нежели бы мы сразу полтавку заплатили. У Майка здесь уже, кстати, мотоцикл покупала. Вот. Мы возьмем Kawasaki Bajaj 125. Тут наш мотоцикл, вот подобного типа, Bajaj, вот такой, Kawasaki. Вот такой красавец приехал. В тот раз у нас красная Yamaha была, ну здесь тоже две, но я думаю, помягче чуть-чуть будет. Мальчика довольная. Где? Yeah. Так, все, сейчас поедем с батей куда-нибудь поедим. Приехал за батей. Сейчас он закроет. Я думаю, он же понимает, в чем дело. Только прикидывается, что ой, что случилось, что случилось. Забирай свой шлем. Иди сюда. Что там стоит такое красивое? Что там такое красивое стоит? Довольный? Ну попробуй. Смотри, чтобы на нейтралке был. Нейтраль, да? Да, сейчас нейтралка. Моща. Это надо будет. Да, все, зеркало там. Надо будет только под этот сон. Плохо подготовлено. Они его сюда завернули, туда, не двигаются так. Ключи забыл отдать хозяин. А ты не отдал? Нет.
я ее не видел. Она приходила только что, и, блин. Ну ладно, ничего страшного. Ну как тебе, пап? Обалдеть. Главное, он запер сюда. Мы тогда на Ямахе сюда, когда ехали, я тут всю дорогу обматерил. Она мягкая потом после матов была. А сейчас я ехал и радовался. И в него зина классно было. Маска. Да, пофиги это маска. Что, у меня морда чище, что ли? Пойдем? Блин, познай, какой красавчик, а? А еще потом сделать такую фиговину, чтобы можно было вьюки такие поставить. Ну, это подумаем. Может, и не надо. Главное, что 4 амортизатора, да, стоит, как на Ямашке. Но у него сидушка поменьше сзади. Да, поменьше. Чуть подлиннее была. Но поэтому мы постоянно на попа вставали. Такая, я и сейчас чуть не встал на попа. Что, пойдем покушаем, да? Покушаем. А у него нет этих самых? Нет, нет. Сейчас, главное, чтобы они закрыты не были. Собака. Тут псы всякие. Наверное. Сейчас понял, что надо купить. Что купить? Надо купить эту сумку для Петровича. Петровича? Да. А, ну да, чтобы с собой таскать. Мы хотим кота таскать с нами в походе. На джунгли. Да, в джунгли вот такие. Ну посмотри, они совсем другие сейчас. Вообще по-другому смотрится. Смотри, а мотолинец какой, а? Ты мой красавчик. Обожаю эту горочку, просто сил нет. Ладно, пойдем сюда. Так, вот нам принесли покушать. Не покушать. Покушаем-ка. Мы сегодня обмываем мой мотосайкл. Ногу. Да. У меня слов нету, у меня одни эмоции, поэтому я говорить ничего не буду. Вы сами себя вспомните, когда вы покупали ту вещь, о которой вы мечтали, и вдруг она, вот она, ваша. До сих пор поверить не могу, что я на своем мотоцикле сюда приехал. Причем ехал лучше, чем ехал на Ямахе. Ямаха у меня там помирала немножко, мне приходилось на первую переключаться. Здесь я на третью вошел, в гору, в эту. А может, это мастерство? Или я сам себя хвалю? Нет, мотоцикл классный, во. Это маечка купила мне. С вами, конечно. Они мне не говорили про это такие. И я счастливый и довольный. Всем приятного аппетита, ребят. Пожелайте мне хороших дорог, чтобы я не падал больше, как на Ямахе было. Все, давай, туши свет. Hi, say hi. Uy. Babe, pakita sabi. Na say hi vlog. Life in Canada. Hi Team Canada. As Andre. Kita Andre. Yes. Gani, pakita sa kajut. Say hi. 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 Oh, okay. Go. Hi everyone. I'm in Canada. Hello everyone. I'm in Canada right now. And how was it? How's your first day? Of Canada. Huh? Miss you. Miss you.